Дорогие друзья, коллеги, инфобизнесмены и все, кто в поиске бесценных знаний о тонкостях налогов и бухгалтерии в мире цифрового предпринимательства. Мое имя Евгений Сивков, и сегодня я представляю вам нечто уникальное и невероятно полезное – мою книгу «Инфо-цыгане». Не пугайтесь странного названия, ведь внутри вы найдете ключ к успешному ведению вашего бизнеса. Это книга, которая станет вашим фонарем в темном лесу налоговых обязательств и бухгалтерских вопросов. Основанная на 2-летнем опыте консультирования инфобизнесменов, эта книга собрала в себе все самые актуальные вопросы и ответы, касающиеся налогового планирования и финансового управления вашими проектами. Здесь вы найдете информацию от А до Я. Как выбрать форму собственности, какой налоговый режим будет выгоден именно вам, как управлять рекламными расходами и как защитить свой бизнес от налоговых проверок и не только. Эта книга станет вашим надежным компасом в мире инфобизнеса, поможет избежать ошибок и уверенно шагать к успеху. И если вы думаете, что это очередная скучная налоговая литература, готовьтесь удивиться. «Инфо-цыгане» написано доступным языком с примерами из реальной жизни, которые не оставят вас равнодушными. Это идеальный ресурс для всех, кто организует бизнес-курсы, вебинары, онлайн-школы или просто продает товары и услуги через интернет. А теперь самое интересное. Очень скоро книга «Инфо-цыгане» будет доступна к покупке на Озоне и других электронных площадках. Следите за нашими анонсами и не пропустите старт продаж. И не забудьте подписаться на наш телеграм-канал «Налоговая балалайка», чтобы первыми узнать о всех новостях и интересных моментах, связанных с налогами и бухгалтерией. Ведь знание – это сила, а с моей книгой эта сила будет в ваших руках. До новых встреч, и пусть ваш бизнес процветает!